Всем привет! Начинаем путешествие очередное по Питеру, по Петербургу. Хочу показать вам пешеходную улицу около гастронома Елисеевский. Ну, гастроном Елисеевский сейчас какой-то стал другой. Вот. Но все равно зайти посмотреть, конечно, надо. Интересно. Знаменитые люстры. Вот, ну. А рядом с ним, с левой стороны, если смотреть со стороны Невского проспекта, как раз есть пешеходная такая улица. Сейчас на этой пешеходной открыли много кафух. Ну и раньше тоже было. Но это было так очень дорого. Вот народ фотографирует у памятника знаменитому фотографу. Вот сидит человек, я не знаю, как называется это искусство, когда люди себя красят в какой-то такой металлический свет и цвет, и в общем статично стоят и, вот, и всем платят деньги. А вот, вот там вдали, прямо на стеночке, кошка такая, маленькая скульптурка. Вот туда надо копеечку забросить. Если копейку забросишь, то вернешься опять в Питер. Вот здесь вот шар, который держится под напором воды, и его все вращают. Очень интересное занятие. Вот такая пешеходная. Будете в Питере, в Петербурге, обязательно зайдите, проходите сюда. Точно зайдете, не пройдете мимо. Сегодня на Невском. Все, пока, всем привет.